Владимир Александрович, здрасте. Доброе утро. Спасибо большое. Ничего страшного, вы знаете, что мы боксировали в мини-Украине, боксировали. Спасибо большое. Очень много людей поддерживали. Служу народу Украины. Спасибо. Владимир Александрович, спасибо большое, хорошего дня. Мы поехали дальше. В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны. Мы его поедем поддерживать. Обязательно.